Кто офицер у вас? Ребята, кто есть офицер у вас? Старший, кто с вас? Как зовут? Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı Rusiya ordusunun 22 tankçısını birdən əsir alıb. Rusiyalı əsgərlər Rusiyanın uzaq şərq hissəsindən döyüşlərə gətiriliblər. Diqqət çəkən məqam isə işğalçıların mülki əhaliyə atəş açmasına baxmayaraq Ukraynalı hərbiçilər əsirlərə qarşı mərhəmətli davranır, onlara yemək və su verirlər. Как зовут? Евгений Александрович. А фамилия? Сарадуба. Откуда родом? Дальний Восток. Воинская часть? 58-98. Что за войска у вас? Танки. Вы кто будете по должности? Там вооружение, по графику. Понятно. В Украину когда зашли? Какого числа? Какого числа? 6 дней назад. С какой стороны зашли? Сейчас скажу, Мирополе какой-то, там переход был. Мирополе? Да, да, да. Мирополе, да, понятно. А что это? Сколько я старший, зам по вооружению полка. Так ты сколько же говорил, вон? Вон командир батальона. Так сколько ты человек у вас всего? 22. Тут 18. Тут 18. 18. 18. 18. И два идея. А где еще два? Баранины и один командир взвода. Баранины, один ты с ними остался, блядь, подтаскивал, и один еще пошел. Страшно. Медик еще там, да. Наши медики. 22, ну два человека, Юра. Какую задачу вы получили? Какая задача у вас стояла? Идти сюда. И потом? Не знаю. Ну как не знаю? Я в конце колонны шел с Баранином. А вот. Убирал тело. Все хорошо. Что хотите домой передать? Россию вашу. Что Путин и правительство нас прижало. Все. И все? И чтобы сюда... и что, они пусть сидят там и что, да. Носу ковыряются? Сюда никого не пускали, детей особенно. И слава Украине. И слава Украине. Не, не ну, а слава Украине. Слава Украине.